Вот здесь вот очень хорошо выступают. Нам нужен лидер, этот не способен. Вы знаете, а вы, вам никогда в голову не приходило, что именно вот своего лидера взять как знамя и ударить и по Следственному комитету, и по администрации, которая вот нам сюда шпионов засылает? Вам не приходило в голову, что это как раз выигрышная ситуация, а не проигрышная? Не выигрышная, выигрышная. И здесь некоторые выступали. А почему бы так не сделать? Наших бьют. Надо. Вот надо. Так и надо. И тогда вот пресекать любые разговоры о том, что нам лидер нужен, мы без лидера не можем, без поводыря. Можем и сможем, и сделаем. А тот, кто будет мешать, уйдет с дороги. Это я вам обещаю. Не надо перепихивать друг на друга проблемы. Надо засучать рукава и работать. И депутатов выбирать. Тогда в нас поверят люди. И не надо искать защиту у кого-то, у какого-то лидера. Вот он лидер есть, он и должен быть этим лидером. И мы должны отстаивать. У нас Путин сказал, мы своих не сдаем. Он сдал своего Сердюкова? Не сдал. Васильев разгромил всю армию, сдал? Не сдал. Никого не сдали. А у коммунистов как? Так почему мы так легко должны сдавать своих? Нет, надо бить в морду тех, кто гоняется за нашими лидерами и кто мешает нам с вами работать.